Дорогие молодожены, дорогой Юрочка, Оля, знаешь, вот я смотрю на ваши лица, и они светятся. Ну вот так, чтобы светилось последние несколько месяцев, его лицо никогда не было. Он похудел, стал как-то моложе лет на 20. Чтобы этот свет в глазах, этот блеск никогда не проходил. Потому что если это действительно настоящие чувства, я желаю вам их сохранить надолго. Потому что это большое счастье иметь это чувство в сердце, в груди. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были удовлетворены всю жизнь друг друга, чтобы вы наслаждались вашей семейной жизнью и пожелать вам много-много счастья.